Привет тебе. Продолжаю видео дневник. В этот выходной также все как обычно. Пхуты, апартаменты моего тела чужими телами и апартаменты чужих тел телами, которые сделали для себя апартаменты в моем естестве. Сегодняшняя чайная церемония оглашается одеждами садовников, которые находятся близ моей рабочей станции под названием Лев. Есть изменения в картинке. Восход солнца, 5 утра, 22 минуты. Но нету света. С чем это связано, автор видео дневника пока совершенно не знает, но в будущем эта картинка изменится, так как на дворе всего лишь последний месяц лета, последняя неделя лета. С последнего слова, последнего выходного дня критское чудовище с телом человека и головой быка, Минотавр, жил в лабиринте, его убил Тесей. По греческому преданию Минотавр – чудовище с телом человека и головой быка. Прошедшее событие в лабиринте. Минотавр. Его происхождение идет от неестественной любви дочери бога солнца Гелиоса. Гелиос – это гелий. Гелий наполняет мироздание сегодняшнего слова. Был укрощен Гераклом и убит Тесеем. В лабиринт ссылали юношей, девушек, преступников для того, чтобы те блуждали и погибали. Минотавра скрывали в лабиринте на Крите. Он был чудовищем, он казнил преступников. По некоторым источникам, пленникам, девушкам, юношам, преступникам выкалывали глаза, чтобы те не смогли увидеть неестественную любовь. По истолкованию других исследователей, пленники умирали, сами блуждая, не находя выхода, так и не повстречав Минотавра. Геракл, Тесей явились на Крит в числе пленников, 14 жертв. Минотавр убил их колонию, а Тесей выжил. Он ударил Минотавра кулаком. По другому мнению, мечом. Далее Тесей в лабиринте встречает Ариадну. Та помогает ему выбраться из лабиринта. Она дала ему клубок ниток. Так Тесей вышел из лабиринта. Очерк «Пиши, читай», хроника. На троне в Амиклах. Свежая пресса. Тесей изображен ведущим Минотавра, связанного и живого. Этому есть изображение. В своей хронике исследователь со ссылкой
на другого исследователя, Филоха, излагает мнение, версию про Минотавра. Минотавр был учителем критского царя Миноса по имени Тавр. Тавр был жестоким человеком. Он уподоблялся Минотавру, по всей видимости. Минос, такой сложный, учредил состязание, предлагая афинских мальчиков в качестве приза для съедения, для того, чтобы им выкололи глаза. В состязании Тавр побеждал всех соперников, пока не был побежден в борьбе 10-м царем Афин Тесеем, на основании чего афинян освободили от уплаты дани мальчикам. Ми. Как говорили сами жители Кноса, Тесей победил не зря. Далее Тесея ссылают в лабиринт. Исследователь Плутарх в жизнеописании Тесея использует некоторые источники автора Филоха, Филохара. Очерк «Пиши, читай». По словам исследователей, Филохара критяне отвергают его предание и говорят, что лабиринт был обыкновенен, он был тюрьмой, где заключенным не делали ничего дурного и только караулили их, чтобы они не убежали. Минос устраивал гимнастические состязания там в памяти об Андрогее, а победителю давал в награду афинских подростков. До поры сдерживающихся под стражей в лабиринте. На первых состязаниях победил военачальник по имени Тавр, пользовавшийся тогда у Миноса величайшим доверием. Человек грубого и дикого нрава, обходившийся с подростками высокомерно и жестоко. Аристотель в государственном устрое Ботии также, соответственно, ясно дает понять, что не верит, будто Минос лишал подростка в жизни. Исследователи полагают, что на Крите не любили стариков, и поэтому отправляли подростков на погибель в лабиринт, неся свою робкую службу, чтобы вокруг оставались те, кто жил до этого. Очерк «Пиши, читай». Работа над ошибками будет сделана. Чуть позже, за завтраком, у себя в палатах, апартаментах. Очерк «Пиши, читай». Согласно источнику и мифографу Демону, полководец Стар завязал с гаванью бой с Тесеем и был убит. Плутарх приводит сведения из разных источников, из которых можно сделать вывод, что у царя действительно был такой военачальник Тавр, погибший в войне с афинянами. А прочие детали, видимо, продукт мифотворчество, как считали ученые поздней античности. По Псавнию его настоящее имя было Астерий, звездный, сын Миноса, побежденный Тесеем на вазах. Его тело усеяно звездами, либо испрещено глазами. Примерно так, как сегодня ходят люди, словно в насмешку осматривают друг друга.
садовники, дуэлянты и прочие пхуты, которые поклоняются всеми силами гелию, который наполняет тело человека. Испещренный, усеянный, густо покрытый чем-либо, о поверхности полной чего-либо. На монете из Кноса он изображен в маске быка. В микенских текстах упомянута богиня-владычица лабиринта. Очерк «Пиши, читай». Как бы сегодня не было глупо разговаривать с самим собой, делать очередной выпуск. Выводы все равно напрашиваются сами собой. По одной из гипотез, миф о Минотавре заимствован от Финикии, где Молох изображался также с бычьей головой и требовал человеческих жертв. Убийство Минотавра знаменует уничтожение его культа. Финикии. Есть такие ягоды, орехи, сухофрукты, финикии. Их распространяют граждане не Российской Федерации, они являются пхутами, но эти растения, они очень полезны, финикии. Они растут на деревьях, напоминают обезьян. Жители тех мест, откуда привозят эти замечательные орехи, то ли ягоды, которых легко спутать с вареным сгущенным молоком, очень полезны для вегнавтики, автора видеодневника. И это единственный контакт с неестественной любовью с негражданами РФ, такими как черти, пхуты, чьи имена нельзя называть, полнейшая гелий, которые наполняют этот мир, эти слова, этот ряд слов совершенным безумием, и каждое слово кажется совершенно никчемным, неуместным, глупым. И по окраске психологической сегодняшнего дня, этого места, всего похода и всей жизни совершенно не соответствует действительности. Вот как неграждане РФ со своими финикиями и молохами вредно воздействуют на все мироздание, в том числе и на бытовую технику, и на технику, на которую ведется видеосъемка. Все они черти, которые естествуют с нерусскими именами. Их называть просто лень, так как каждое слово является глупым, напоминает шоу Comedy Club по телевизору ТНТ, где актерам, артистам уже нечего сказать, и они ведут себя так, как хотят. И это показывают по центральному телевидению, которое воздействует на всех жителей, кто родился с этими субтитрами, этим языком, кто даже не знает английского. Но это их работа, их нанял их личный продюсер, он платит зарплату телебашне Останкино, либо это какая-то другая телестудия, свое государство, и они распространяют глупости, в том числе там есть граждане вражеских стран Украины, Грузии, Азербайджана, где также заимствованы древнегреческие, древнеегипетские мифы. По сравнению с автором видеодневника, они знают каждое слово наизусть, они являются отличниками, у всех есть ряд высших образований, хорошие источники знакомства, но они есть основатели глупости,
А автор видео дневника является жертвой этих глупостей. Каждое слово автора видео дневника является глупостью. И его распространяют те, кто продает финикии. По мнению рода современных исследователей, история Минотавра является зашифрованным повествованием о столкновении индоевропейских культур с культурами автохтонных народов моря, почитавших быка победителем, в которой оказались индоевропейцы. Автору видео дневника самокритичная оценка 2 за историю, но этому есть причины. Причины, которые не связаны с природой, это банальное соседничество по лестничной клетке, соседи со сральника, убогие продавцы продуктов, все бандиты и головорезы, бароны Суббота, ребенок Кришна и тому подобное, все то, чем может заинтересоваться автор видеодневника, который празднует свое 5-летие. Смысл Tribal Tattoo. 5 лет назад была первая серия. Автор видеодневника так и не вернулся к прежней жизнедеятельности. А старые участники 20-летнего толкового образа жизни так и остались теми же, чьи имена просто-напросто называть стыдно, так как они являются всего лишь пхутами, глюками. Очень сложно существовать в том обществе, откуда было толкование автора видеодневника своей бурной молодости. Толкование исследователь, очерк «Пиши, читай», отмечают внешний вид, облик. Они говорят, что боги Египта часто изображаются в виде людей с головой животного. Эллинизм Плутарх в жизнеописании Тесея пишет, что образ Минотавра как чудовища списан с начальника стражи царя Миноса Тавра, который участвовал в потешных боях с пленниками в лабиринте. В литературных исследованиях Тесей исследователи пишут, жертвоприношение Минотавру трактовали с сугубо реалистической точки зрения. С их точки зрения жертв заставляли участвовать в жертвоприношениях. По-другому бычья пляска. Протокориде. Изображения эти можно увидеть на критских фресках. Очерк «Пиши, читай», работа над ошибками, может быть, будет выполнена, а может быть, будет все выброшено в белый пакет мусорный. Очерк «Пиши, читай» в настоящее время представляется, что миф о Минотавре – это лабиринт о царе Миноса, и его охранником есть Тавр. Реальное событие, взаимоотношения населения Балкан с островной минойской цивилизацией. Поскольку минойское государство вплоть до нашей эры находилось на значительно более высоком уровне развития, чем древнегреческие племена. Вся мифология, она не связана никак с жизнедеятельностью каждого человека на мироздании сегодняшнего слова. Ниже перечисленные люди, которые могли бы вспомниться, они вообще никак не относятся ни к чему, так как являются
выходцами неестественной любви Гелиоса, бога солнца, и сегодня тоже взойдет солнце. Исследователи говорят, в подчинении, в положении находились многие. В том числе это могло выражаться в выплате дани и отправке заложников из числа детей и вождей племен в лабиринт на погибель. Очерк «Пиши, читай» – антропоморфное существо с бычьей головой является мифологическим переосмыслением реально существующего в Минойском государстве культа быка, как важной части религиозно-обрядовой системы. Об этом свидетельствуют многочисленные фрески в зданиях дворцов Минойского периода, остров Крит и другие места изображаются ритуалы, сцены, игры с быками, жертвоприношения, тавро-катап-си. Кроме того, явно прослеживается связь минойской цивилизации с более ранними антралийскими культами, в которых также имеется культ быка. Однако следует отметить, что нигде не отмечается практически принесение людей в жертву быку травоядному, а не хищному животному. Поэтому описание в мифе практика человеческих жертвоприношений, видимо, является примером демонстрации враждебного настроения. Очерк «Пиши, читай» раскопки дворцовых комплексов минойской цивилизации показали, что мифический лабиринт имеет под собой совершенно реальную основу. Например, широко известен дворец в Кносе. Масштабное легендарное сооружение, состоящее из сотен помещений, раскинувшихся на сотни метров. Очерк «Пиши, читай». Работа над ошибками. Очерк «Пиши, читай» – греческий лабиринт. Второй лабиринт, знаменитый в античном мире, находится по преданию около Кноса на северном берегу острова Крит. С ним отождествляют знаменитый дворец в Кносе, открытый во время раскопок английским исследователям-археологам. Постройка второго лабиринта – приписывалось легендарному воятелю и зодчему Дедалу, который соорудил для матери Минотавра коня на колесиках. Та прятала быка и испытывала к быку определенное чувство. Дедал по приказанию царя Миноса и Тавра для того, чтобы сдержать свое чудовище, рожденное царицей Пасифей Минотавр, там же согласился мифу, совершил один из своих подвигов Тесей. Убил это чудовище и освободил таким образом афинян от позорной и тяжкой дани. Он выбрался из лабиринта благодаря золотой нити, которую юноша тянул за собой от самого входа. Эту нить ему дала Ариадна, клубок ниток, дочь царя Миноса. Молочная воровка, бронированный танк, а также таран. Очерк «Пиши, читай», работа над ошибками, расцвет близко к 7 утра. 6 утра. Очерк «Пиши, читай», работа над ошибками. Хотя местонахождение лабиринта в Кносе до сих пор не определено, согласно сообщению, он был похож на египетский прообраз-образ, только размеры его были намного меньше. Исследователи отмечают, что жители Крита построили свой лабиринт
в 1/100 величины египетского лабиринта. По одной из версий, лабиринт в первоначальном значении слова означает обиталище божества с двойной секирой. Лабрис по-лидийски символизирует два рога священного быка. Поклонение этому быку было частью минойской критской религии. Исследователь, который предложил свою модель критского лабиринта, пишет: «Жизнь каждого человека – лабиринт, в центре которого находится смерть. И, может быть, даже после смерти, прежде чем окончательно перестать существовать, человек проходит последний лабиринт. Очерк «Пиши, читай» – работа над ошибками. В свете такого понимания мифологическое избавление от Миноса. Тесей, Геракл, лабиринт символизирует его второе рождение. Избавление от смерти, от вымогательств. Третий лабиринт, известный в древности, находится на острове Самосе или Лемносе. Закадровый смех, но от него ничего не уцелело. Очерк «Пиши, читай» – работа над ошибками. Римские лабиринты, наконец, четвертый лабиринт, так называемый памятник надгробный царя Кьюзи. Закадровый смех. Есть в мироздании сегодняшнего слова такая прическа – Кьюзи. Закадровый смех – Клузиуме. Кьюзи. В Италии огромный курган 250 метров в окружности, включающий в себя целую сеть погребальных скелетов со склепами и переходов из одного в другой. Исследователи также упоминают о роскошном этрусском гробнице, о котором еще раньше исследователь писал, упоминал якобы о нахождении подземного лабиринта в городе Помпеи, появившемся в результате извержения вулкана Везувия. В 79 году нашей эры находился по крайней мере два сакральных декоративных лабиринта. Один из них – дом лабиринт с известным удивительным мозаичатым полом, на котором изображается борьба Тесея и Минотавра. Писатели и исследователи утверждают, что это аллегорическое изображение жизни человека и трудностей лабиринт, которое должна преодолеть каждая душа. Лабиринт и находившийся там Минотавр – миф. Неестественная любовь Гелиоса – есть в этом что-то, но в этом что-то для сегодняшнего мироздания, скорее всего, это глупое порождение продавцов продуктов биоинженерии и их устройства, то, чем они торгуют. В этом мире и в мире ином, перед тем, как достичь благословения, состояния бессмертия, также известно, что дети в Римской империи играли в лабиринты. Там лабиринты выражены на полях или мостовых. На сегодняшнее слово это все, что автор видеодневника хотел сказать по телефону, по GoPro видеокамере, по своим батареям. Глупость тех чертей, чьи имена нельзя называть, непреодолима. Пока тебе.